Прошедшая неделя выдалась напряженной для люберецких правоохранителей. За помощью в местное управление полиции жители обратились более 2000 раз. Такая цифра озвучена на еженедельном оперативном совещании в администрации. За прошедшую неделю люберецкие полицейские возбудили 40 уголовных дел. 35 из них раскрыты по горячим следам. Самым резонансным стало преступление, совершенное в одном из поселков округа. Малаховка, на улице Московской, гражданин там свою сожительницу убил. Человек задержан, арестован Следственным комитетом, проводится проверка. В штатном режиме работают коммунальщики. Вот-вот будет выполнен план по замене лифтов. Уже установлено 99 из 130 кабин. Продолжаются и работы по капитальному ремонту подъездов. В этом году планируют преобразить 470 входных групп. С начала 2020 года отремонтировано 40 подъездов, управляющая организация АО ЛГЖТ и ТСЖ «Солнечная поляна». На сегодняшний день в работе находится 37 подъездов. Мособл ЕИРЦ по-прежнему часто фигурирует в статистике сайта «Добродел». Ежедневно на портал поступало по 44 жалобы на работу центра. Для ответа на обращения жителей в Люберецком управлении Мособл ЕИРЦ выделен отдельный специалист. То, что у них выделен человек, это хорошо. С нашей стороны наш сотрудник ежедневно будет работать там для координации, пока мы не наладим 100% работу данного направления. На совещании также подробно рассмотрели тему содержания дорог и общественных территорий. Коммунальные службы готовятся перейти на весенний режим работы. На них лежит задача привести в порядок округ к 8 марта и 9 мая. Дарья Борисова, Валерий Абсолямов и Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.